это Нижнекамск, где я вас и приветствую, дорогие друзья, уважаемые любители футбола. Нижнекамский «Нефтехимик» про подлинных хозяев стадиона «Нефтехимик». И сегодня команда Кирилла Новикова принимает аутсайдера нынешнего сезона лучшей лиги мира – ульяновскую «Волгу». Стоит Максим Барсов. Кирилл Новиков – главный тренер хозяев поля. Бригаду арбитров представлю. Игорь Низовцев из Нижнего Новгорода главный. Помогают ему Александр Приходько. Пока без удара, но с мячом остаются нижнекамцы. Подача еще одна. Вот это куда опаснее. Можно бить удар выше ворот. Денисов, правда? Он самый. Навес нет. Тоньше играет Магомадов. Здорово комбинирует Волга. Пас пяткой. Удар. Опухов отражает мяч. Добивание еще возможно, но... Засуетился Белалов, откинул мяч глубже, и обошлось уже без удара дополнительного. Ну и Игорь Обухов во всей своей красе. Один из лучших голкиперов лучшей лиги мира. Подкат Шоркина можно считать спасительным, однако у атаки есть второй темп. Пас в центр, Воронин, удар, штанга! И подбор за Магомадовым, и снова тонко пытается сыграть Чингис. Тоже, кстати, бывший игрок КамАЗа. И назад... И за спины защитником красиво. Дворецков. Удар неприятный какой. 1-0. Филипп Дворецков. Картошка оказалась очень холодной и скользкой для Семена Морозова. 1-0. И играет композиция группы «Мьюз». Supermassive Black Hole. Проявление данных аспектов наблюдали. Слева подача. Удар не опасен. Это разминка для Обухова при минус 8. Чингиз Магомадов пробегает мимо. Вот удар. Какой Обухов. А мяч где? Успел ли его выдать? Успел, похоже. Бердников. Здорово. Котик. Трое против него. Котик просачивается дальше. Бьет низом. Хорош. Отбиваются нижнекамцы, но мяч не так далеко он был отправлен. Ох, как красиво Махмутов. Удар! Какой гол! За голову хватается. Астемир Абазов, не веря в то, каким удар получился у Морозова. 1-1. Двое против него, под него забегает Магомадов, следует удар. Ну, это ближний угол, вотчина Обухова. Впрочем, есть еще шанс что-то выдавить из этой атаки на чужой половине поля, около чужой штрафной поле. Поиски человека, который решение это примет и произведет на свет. Удар! Это Ширяев. Галиулин, но до него мяч еще требуется довести, а пока потеря. Пас налево, Воронин, удар! Как же мяч вильнул перед Обуховым! Вы это видели? И при этом успел Игорь среагировать, это раз. А во-вторых, дальше кому-то пора уже что-то резкое, красочное совершить. Прострел. Очень внимательная работа. Но есть вот такой удар, и это гол. И это 2-1 в пользу «Волги». Казалось бы, уже на этом простреле все заканчивается. И мяч выбивался, но аккурат на ногу одному из игроков ульяновской команды. И 2-1. И слева открывание требуется. Дворецков там есть. По центру есть Школик. Комбинируют. Бьют поворотом. Выше, но даже не выше. Это Морозов мяч перевел. Остается в штрафной. Вынос и финальный свисток. Браслетики Марии Шубиной работают. Третья подряд победа в «Волге». Вторая подряд в «Мелбет» первой лиги. Болевая победа в Нижнекамске.